Говорил тебе, Мэдисон, у нас получится. И теперь я могу это доказать. Джеймс, ты вернулся. И с хорошими новостями. Я был прав насчет Брона и Гека. И если мы сможем найти такое, его можно приспособить под очиститель. Я хотела бы поверить тебе, Джеймс, правда? Все это просто так внезапно. Мэдисон, говорю тебе, это чистая правда. Я говорил с Броном лично. Он это подтвердил. Разве ты не видишь? Вот оно. То, чего мы ждали. Я не знаю, Джеймс. Прошло столько лет. Неужели проект стоит того? Как можно отбросить возможность изменить к лучшему жизни всех людей на пустошах? Что может стоить большего? Ты не изменился, правда, Джеймс? Для меня это очень важно, Мэдисон. Я знаю, для тебя это не менее важно. Давай доведем дело до конца. Джеймс, у нас нет Гекка. Я могу собрать небольшую группу, но чтобы люди нам поверили, нам нужны доказательства. Я знаю. Я думал об этом. В лаборатории комплекса есть старые довоенные компьютеры, которые мы разыскали. Возможно, в них найдется что-то полезное. Судя по последним отчетам, в комплексе нет электричества. Даже если бы в одном из компьютеров была база данных, мы не смогли бы открыть ее. Поэтому мы прямо сейчас отправимся туда и начнем работы так быстро, как сможем. Знаешь, если бы кто угодно другой попросил меня об этом, я бы его выставила из Ривет-Сити. И ты знаешь, меня бы здесь не было, если бы я не думал, что на этот раз у нас получится. Время пришло, Мэдисон. Будь ты проклят, Джеймс. Когда все будет позади, поставишь мне выпивку. Я соберу свою группу. Спасибо, Мэдисон. Я рад снова работать с тобой. Тебе что-нибудь нужно? Тебе удалось его найти. Поверить не могу. Спасибо тебе. Мы бы пропали без Джеймса. Да, прошу прощения за то, что усомнилась в тебе. Я верю в твоего отца. С информацией, которую он добыл, у нас стало больше шансов, чем когда-либо. Прощай. Нам надо вернуться в лабораторию проекта «Чистота». Тамошний компьютер — наш лучший шанс на то, чтобы найти Гек. Возможно. Но мы должны попытаться. Ведь правда, наш проект слишком важен для людей, чтобы остановиться сейчас из-за страха. Нам надо немедленно идти. Ты с нами? Вот это мой сын. Я так рад работать рядом с тобой, сынок. Сегодня ночью было так шумно, совсем не спалось. Может, в быстрой дозе найдется что-то от бессонницы. У Синди любая химия есть. Я попробую. Привет, сын. Привет, сын. Да? Да благословит тебя святая Моника. Поосторожнее, а? Рад тебя видеть. Мистер.
Выглядишь ты не ахти. Эй, привет! Проведать меня хочешь или что? О, Вера такая добрая тетенька. Как здорово, что я теперь живу с ней. Ну, то есть она заставляет меня работать, типа убирать гостиницу и все такое, но она правда любит меня. И потом, у меня тут теперь друзья в Ривет-Сити. И все благодаря тебе. До встречи, дядя. Сейчас я подойду. Ты отлично выглядишь. Эй. Эй, привет. Никаких проблем. Привет. Некоторые люди вечно так торопятся. Привет, сын. Вечер добрый. Все в порядке? Некоторые люди вечно так торопятся. Эй! Я не пытаюсь от тебя отмахнуться, но нам и правда пора на проект «Чистота». Все остальное подождет. Эй, привет! Вечер добрый. Я не пытаюсь от тебя отмахнуться, но нам и правда пора на проект «Чистота». Все остальное подождет.
Я не пытаюсь от тебя отмахнуться, но нам и правда пора на проект «Чистота». О, прекрасно. Слушай, я про тебя наслышан. И как по мне, тебе здесь не место. Так что не лезь под руку. Какое твое собачье дело? Приходят тут всякие на все готовенькое и разгуливают, как короли. Тебе вообще тут не место. Иди заниматься своими делами и оставь меня в покое. Ты... Все остальное подождет. Эй! О! Драпаем! Тебе что-нибудь нужно? О, прекрасно. Тебе что-нибудь нужно? Некоторые люди вечно так торопятся. Вот мы и здесь, где все началось. Ты помнишь мамину любимую цитату? Откровение 21.6. Я есмь альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Разве ты не видишь? Вот что это значит. Вода, очиститель. Вот она, вода живая. Мечта твоей мамы. Не будем тратить время. За дело. У нас много работы. Проект был заброшен вскоре после твоего рождения. С тех пор многое пришло в негодность, а часть комплекса затопило. Тебе нужно добраться до насосной станции и включить насосы, чтобы мы откачали воду и могли добраться до суперкомпьютера. Как ни странно, нет. У всех остальных свои задачи, которые надо выполнить, как только пойдет энергия. Не беспокойся. Я буду давать тебе инструкции по интеркому. Ты справишься. Когда пошла вода, автоматические двери закрылись, поэтому тебе придется идти к насосам по туннелям. Все в порядке? Ты на этаже охраны. Здесь стоят танки для воды, наше очистительное оборудование и энергосистемы. Насос для откачки воды у южной границы этого этажа. Возвращайся поскорее. Просто отлично справляешься. Так и продолжай. Продолжай свои добрые дела, сынок. Ты молодец. С насосами теперь все в порядке. Беги обратно, и я дам тебе предохранители. Тебе что-нибудь нужно? Я знаю, сейчас так много всего происходит.
Все это так внезапно. Я просто хочу сказать... Я хочу сказать, что я горжусь тобой. Ты хороший человек, и это видно. Не думай, что я не заметил. Тебе пришлось столько пережить. Как и нам всем. Как только мы закончим, ты мне все расскажешь. А сейчас за работу. Да, при затоплении часть предохранителей внизу закоротила, в том числе в механизмах автоматических дверей. Вот, держи предохранители. Коробка находится в подвале, почти в конце восточной части уровня. Когда предохранители будут установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Тебе нужно заменить предохранители, которые закоротило при затоплении. Как только ты это сделаешь, автоматические двери сработают, и мы доберемся до компьютера. Будь осторожен, сынок. Теперь, когда предохранители установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Не надо возвращаться в зал управления, просто иди прямо туда. Как ты там? Консультация нужна? Ты на этаже охраны. Здесь стоят танки для воды. Ты на нужном этаже. Иди к западному краю и ищи большую автоматическую дверь. Возвращайся поскорее. Используй интерком, чтобы я мог объяснить тебе, что дальше. Здесь, в зале управления, нужно еще кое-что починить. Почему бы тебе не вернуться и не помочь мне? Хотя, постой. Есть еще одно важное дело. Дженнис говорит, что в одной из впускных труб образовался засор. Тебе как раз по пути. Вернись на музейный этаж и вызови меня по интеркому, когда придешь. Продолжай свои добрые дела, сынок. Доберись до труб как можно скорее. Если давление слишком поднимется, будет катастрофа. Я буду здесь, когда ты вернешься. Тебе что-нибудь нужно? Хорошо.
Ты сейчас совсем рядом с засорившейся трубой. Ничего не бойся, это совсем не опасно. Просто зайди внутрь и осуши трубу с помощью ручного управления. Это должно разворошить засор в достаточной степени, чтобы фильтры заработали нормально. Нет, ничуть. Тебе всего лишь нужно открыть клапан. Это займет всего один момент. Когда ты окажешься внутри, я потеряю с тобой контакт. Выход будет около цистерн, и тогда ты сможешь снова связаться со мной. Да?
вызывают правительство Соединенных Штатов Америки. Руководителю предписывается немедленно выйти вперед и сдать все материалы, связанные с этим проектом. Это абсолютно невозможно. Это частный проект. Анклав не имеет здесь никакой власти. Прошу вас немедленно удалиться. Я правильно понимаю, что руководитель вы, сэр? Да, я отвечаю за этот проект. Тогда повторяю, сэр. Немедленно сдайте все материалы, связанные с очистителем. Извините, но... Далее вам предписывается оказать ученым Анклава содействие в приеме руководства установкой и ее эксплуатации. Полковник, вы полковник, да? Мне очень жаль, но установка не работает. Она никогда не работала. Боюсь, вы зря тратите время. Сэр, я повторяю последний раз. Немедленно передайте нам контроль над установкой. Полковник, уверяю вас, установка не будет работать. Мы так и не смогли повторить результаты лабораторных испытаний. Рекомендую немедленно повиноваться, сэр, чтобы не допустить новых инцидентов. Вы меня поняли? Да, полковник. Я сделаю все, что вы хотите. Не нужно применять силу. Тогда немедленно сдайте все материалы, связанные с проектом, и немедленно окажите нам содействие в запуске установки. Хорошо. Дайте мне несколько минут, чтобы включить систему. Я устал ждать. Почти готово. Бегите. Бегите! Что он там делает? Джеймс. Его больше нет. Нам надо уходить. В следующий раз они придут за нами. Надо эвакуироваться. Немедленно! Джеймс, твой отец устроил перегрузку реактора. Он пожертвовал собой, чтобы не отдать Анклаву очиститель и дать нам время бежать. За ними придут новые. Мы должны бежать отсюда, пока они нас не нашли. Иначе твой отец погиб впустую. Ему уже ничем не помочь. Там убийственная радиация. Ты только умрешь вместе с ним. Надо выбираться отсюда. И немедленно! Однажды, много лет назад, мы бежали через старый заброшенный туннель. Все наши знают, как найти его. Надо отправиться туда немедленно. Пошли. Нужно бежать, пока мы еще можем. Эй, привет. Что тут происходит? Не уходи далеко. Ты нам еще потребуешься. Я не буду повторяться. Твоя помощь нужна нам. Кроме тебя, у нас нет никого с боевым опытом. За нашей спиной анклав, а впереди вообще неизвестно что. Если мы хотим выжить, нам нужна твоя помощь. Нам надо держаться вместе, но при этом двигаться как можно быстрее. Мы пойдем за тобой, ладно? Пошли. Мы сразу за тобой. Береги себя. Входит. Теперь
одна из моих вдохновляющих цитат. Из уст вашего президента Джона Генри Эдема прямо к вашему сердцу. Там впереди запертая дверь. Я могу ее открыть, но это займет некоторое время. Я слежу за тобой. Радио Анклава. Голос Америки. Ну и скатерть уже. Эй, осторожнее! Акции растут, а ООН только что объявила про мир на всех. А теперь настоящие новости. Чаще сотрудников наемника компании Кокс, особенно в деловом центре. Увидите этих маньяков, держитесь от них подальше. Им нужно все, что у вас есть, но их не научили просить об этом Доктор Ли, мое сердце. Мне надо отдохнуть. Мы не можем идти дальше. Нам надо остановиться. У Гарза сердечный приступ. Ему нужно лекарство, или он не выживет. Я никуда не пойду, пока мы не купируем приступ. У меня с собой нет нужных лекарств, иначе проблемы бы не было. Если у тебя есть стимуляторы, я прошу тебя отдать их мне. Я в нормальной ситуации, я была бы категорически против, но... Если ты думаешь, что это лучший выход, давай так и сделаем. Очень надеюсь, что мы не совершаем ошибку. Гарза, лекарств у нас нет. Но есть кое-что другое, что может помочь на какое-то время. Если эти таблетки мне помогут, я их приму. Я верю вам, доктор Ли. Я... Что ж, если бы мы не были в опасности, я бы предложила другое решение. Но это тебе на какое-то время поможет. Спасибо, доктор Ли.
Прекрати сейчас. Это решит все проблемы. Это безнадежно! Я доктор Мэдисон Ли. Со мной люди, которые нуждаются в убежище. Немедленно разрешите нам проход. Прошу прощения, мэм. Гражданским доступ в цитадель без специального разрешения закрыт. Прошу вас удалиться. Лайонс, я знаю, ты там. Я знаю, ты меня слышишь. А ну, открой дверь, сейчас же! Нельзя останавливаться. Надо двигаться дальше. Не ожидал видеть тебя здесь, Мэдисон. Чем могу помочь? Мне не нужна твоя снисходительность, Лайонс. Мне было некуда больше идти. Помоги нам! Проект «Чистота» захвачен. Я слышал, что там произошло. Ты можешь что-нибудь добавить? Анклав. Они напали на проект «Чистота». Джеймс погиб. А может, и не он один. Не знаю. Сделай что-нибудь! Все, как мы и боялись. Мэдисон, мне жаль, что все так получилось. Жаль, но мы ничего не можем сделать. Тогда сделай что-нибудь прямо сейчас. Они захватили очиститель. Лайонс, нельзя отдать его им. Это неправильно. Ну-ну, успокойся. Ты не хуже меня знаешь, что очиститель не работает. Он им не нужен. Может, пришло время просто уйти? Это неправда. Джеймс... Он нашел то, чего нам не хватало. Мы знаем, как запустить установку. Вот как? Анклав знает об этом? Нет, не думаю. Не знаю. Я уже не понимаю, что происходит. Все в порядке, Мэдисон. Все будет хорошо. А это, как я понимаю, сын Джеймса. Фамильное сходство налицо. Да, он знает, что нам нужно. Компьютер Волттек. Что-нибудь с базой оборудования. Пожалуйста, помоги ему. Хорошо. Мы с этим разберемся. Я... Мне нужно отдохнуть. Прилечь или еще что-нибудь. Все это сразу слишком много. Ротшильд поможет тебе.
Но не забывай, что он из братства. Я никогда им не доверяла. Осторожнее с тем, что ты им говоришь. Рыцарь, здравия желаю. Прими мои соболезнования. Твой отец был хороший человек. Поговори с писцом Джеймсон. Она хранительница наших свитков. Она захочет узнать, что тебе удалось найти. Большую часть своего времени она проводит в архивах. Ты найдешь их в кольце А, около большого зала. Изгои – результат самой большой моей ошибки. Но этой ошибкой я горжусь, несмотря ни на что. Когда я пришел сюда, я впервые понял, что технологии братства и вправду могут спасти уцелевших на этих пустошах. Я решил помочь им, даже если это поставит под угрозу интересы братства. Часть моих солдат назвала меня героем, остальные – предателем. Несогласные дезертировали и в насмешку надо мной назвали себя изгоями. Я не могу осудить их преданность долгу, хоть и считаю, что им не достается страдания. Только в очень широком смысле. Члены братства приносят клятву защищать достижения человечества, а вовсе не каждого человека. Изгои, как и члены братства в других районах, считают, что большая часть людей не стоит защиты. В конце концов, говорят они, людей любая баба делать умеет. А вот секрет изготовления плазменной винтовки Р-94 может быть утерян навсегда. Давай поговорим о другом. Осмелюсь полагать больше, чем кто-либо еще. Уж точно достаточно, чтобы считать его самой крупной угрозой, которая когда-либо вставала перед столичной пустошью. Видишь ли, братство Стали уже сталкивалось с Анклавом. Более 30 лет назад, в Калифорнии. Тогда их возглавлял президент Ричардсон. А теперь у них появился этот Эдем. Это не важно. Как и прежде, они хотят покорять и разрушать. И все под предлогом восстановления порядка. Я боюсь, что судьба твоего отца – это только начало. Братство – это старая организация, которая появилась сразу после войны. Мы лишь малая ее часть. О чем ты хочешь узнать? Братство возникло на западном побережье и до сих пор существует там. Нас направили сюда много лет назад. По правде говоря, братство Стали переживает кризис уже много лет, как у себя, так и здесь. Честь, правдивость, смелость. Боюсь, в наши смутные времена от этих добродетелей немного осталось. Да будет так. Ты поверишь, если я скажу ничего? Это чертовски глупо, если учесть, что мы сражаемся с этими тварями уже почти 20 лет. За все это время нам удалось только сдержать расползание этой заразы. Просто удержать их, чтобы они не смели каждый поселок на своем пути. Но на самом деле мы ничего не знаем. Ни откуда они, ни почему они кишмя кишат на развалинах округа Колумбия. А теперь мы заперты в нашей цитадели. Ресурсы подходят к концу. Солдат не хватает. Для такого старика, как я, это достаточный повод, чтобы почувствовать усталость. Здравия желаю.
так и думал, что новостей. Ну так получите. Не теряйте надежды, детишки. Никогда не отчаивайтесь. Тот малыш из убежища 101, истинный мессия пустошей, он все еще с нами. Вы только послушайте. Расскажу-ка я вам сегодня историю про маленького мальчика. Мальчика по имени Брайан Уилкс. Жил себе мальчик Брайан в Грейдиче, маленьком поселке, на который недавно напали огромные голодные муравьи. К сожалению, выжил только Брайан. Вот тогда-то в нашей истории снова появляется деточка из убежища 101. И все налаживается. Видите ли, 101 не только остановил муравьев, он еще и нашел Брайану новый дом. Так что, если встретите Брайана и его новую семью, пожелайте им всем удачи. Ой, и знаешь, 101, ты молодец. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night. На волне вашего любимого радио «Новости галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь... Здравия желаю. Добро пожаловать в цитадель. Только помни, ты здесь только гость. Надеюсь, ты будешь вести себя надлежащим образом. Здравия желаю. Да, привет. Я слышал о тебе. У нас здесь в цитадели не так много незнакомцев, особенно тех, кто ходит без конвоя. Я писец Боудич. Если тебе что-нибудь понадобится, просто попроси. Множеством самых разных вещей. Дело в том, что писцы делятся на 3 ордена. У каждого из них свое поле исследований. Конечно. Есть орден меча, орден щита и орден пера. Орден меча отвечает за разработку и обслуживание оружия братства. Орден щита делает то же для нашей силовой брони и защитных сооружений. Орден пера отвечает за поиск и сохранение знаний, как дошедших с древнейших времен, так и современных. Я проктор Ордена Щита. Я руковожу другими членами своего ордена и отвечаю за обеспечение защиты. Знаешь, сколько понадобилось времени, чтобы укрепить эти развалины? Из обломков Пентагона я создал великую цитадель. Не самая легкая задача, друг мой. Но это было вчера, когда нас беспокоили одни только супермутанты. А вот Анклав — это проблема совсем другого уровня. Отлично. Спорить не буду, у них неплохая силовая броня. Улучшенная модель 2. Но ничего страшного. После пары модификаций наша броня выдержит все, что они бросят против нас. Они не знают усталости. Я такого раньше не видел. У меня ощущение, что наши братья в силовой броне для них просто что-то вроде тушенки. Некоторые части мы отбили обратно. Мужчины и женщины, разорванные пополам. Некоторых просто вытащили через отверстие в броне. Это ужасно.
О, разумеется. Более того, думаю, что мог бы написать несколько трактатов о различных аспектах жизни братства. Но мне кажется, что ты торопишься, так что, может, тебя интересует что-то конкретное? Хотелось бы думать, что у меня впереди еще большие дела, но вот суставы мои с этим уже не согласны. Зато я тебе расскажу, какие времена были для меня худшими. Каждый раз, когда в меня стреляли. Я писец, а не солдат. Всякий раз кажется, что самая главная и трудная задача та, что сейчас. Сперва выживание, затем расширение, а теперь единство. Мы тут навидались уродцев и самозваных диктаторов. Это еще не самое страшное, по крайней мере, нового тут мало. Но последние события, раскол, уход изгоев, вот эти вещи меня по-настоящему тревожат. Ладно, что-нибудь еще? Прощай. Приветствовать тебя здесь. Здравия желаю. Ты просто жить не можешь без неприятностей, да? Добро пожаловать в цитадель. Не так уж много гражданских видели ее изнутри. Я читала отчеты и видела первоначальные сканы. Но в это трудно поверить. Я решила, что эти радиопередачи — просто старые записи. Никогда не думала, что анклав появится перед нами во плоти. Но не волнуйся. Что бы они ни попытались сделать, мы готовы ко всему. Завтра я поведу Прайд, чтобы покончить с ними. Если мой отец одобрит. Это лучшее, что есть в братстве. Никто не попадает сюда без моего согласия. Удачи! Мы рады приветствовать тебя здесь. Я получил Добро результаты, пожаловать. Которые вы просили. Я направил их вам. Мы рады приветствовать тебя. Приветствую, чужак. Я писец Джеймсон. Мы наслышаны о том, что тебе пришлось испытать. Прими мои соболезнования. Если я чем-то могу помочь, буду только рада. Правда? Надо же. Это вытаскивает на свет Божий печальную для братства историю. Но, может, ты чем-нибудь нам поможешь. Если у тебя есть время, я хочу тебе кое-что предложить. Хорошо. Как видишь, братство работает по всей территории руин Вашингтона. Часто без контакта с основной базой, здесь, в цитадели. У нас плохо со связью, поэтому многие группы, работающие в поле, действуют независимо, без постоянного отчета. Иногда, боюсь, их операции заканчиваются смертью. Я хранитель свитков и отвечаю за то, чтобы увековечить деяния каждого павшего брата. Именно. Некому оповестить меня о судьбе брата, погибшего на задании. Когда было поспокойнее, мы посылали отряды и гонцов, чтобы узнать что-то об их судьбе. Но сейчас людей не хватает, и мы не можем себе этого позволить. Поэтому я вынуждена просить тебя о помощи. У каждого брата есть голографический жетон, вроде найденного тобой. Если ты найдешь тела павших братьев, прошу, верни мне их жетоны, чтобы я могла занести в свитки их славные деяния. Свитки хранятся у главного библиотекаря каждого бункера братства. Свитки — это записи самого братства. В каждом свитке записано имя и деяния каждого из наших братьев. Битвы, найденные технологии, повышение в звании — абсолютно все. Последняя запись — то, как брат умер. Это очень важно, потому что то, как человек умирает, не менее значимо, чем то, как он живет.
И каждый, кто верно служил братству, входит в нашу историю и во веки веков пребудет в памяти тех, кто придет следом. Нам доступно множество технологий, благодаря которым мы все еще производим кое-какие полезные штуковины. Я дам тебе крышек за каждый принесенный тобой жетон, а иногда буду подкидывать и кое-что поинтереснее. Да, а что с ними? Правда? Мне больно слышать о погибших братьях, но их имена и деяния останутся в записях. Скажи, сколько у тебя жетонов? Имена павших нужно внести в свитки, чтобы их не забыли. Никогда. Что до тебя, то вот твоя награда. Используй ее с умом и на благие цели. Да пребудут с тобой мир и знания.